получается, я затормозил прямо перед фишками. Автомобиль этого мужчины получил в аварии наибольшие повреждения. Удар был таким, что «Ладу» после столкновения развернуло поперек дороги. Получается, удар приходится, моя машина разворачивается, спереди слева у меня видно, как она скрывает. Поэтому колеса двигаются, позволяются. Водитель «Лады» 13-й модели выезжал с улицы Подлужной на Вишневского, ехал в сторону центра. Начал перестраиваться налево и в этот момент увидел стоящие на дороге конусы. Такими обычно ограждают место ремонтных работ, но никакой спецтехники рядом не было. Мужчина стал притормаживать, чтобы не сбить ограждение, и в этот момент сильный удар. Сзади в него врезалась «Лада Гранта». Он взял сюда, перестроился, когда я ехал, и все, стал, вот я врезался. От удара «Ладу» 13-й модели откинуло на попутный «Хёндай». Машины разбросало по дороге. Несмотря на сильные повреждения, в аварии никто не пострадал. А прибывшим на место автоинспекторам теперь придется установить, кто виноват в этой аварии. Никто из участников ДТП вину на месте не признал. Айгуль Бадрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112.